Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И так, чуваки, вышел новый промокод, спасибо подписчику, что он мне об этом написал. У меня, чуваки, два дня были проблемы с интернетом. В принципе, если вы хотите подробно, я об этом расскажу в следующем видосе, что там было. Ну, блин, два дня не было, но это, конечно, пацаны, это жестко. Ну как два дня? Вчера целый день у меня не было, и сегодня буквально в 6 часов вечера сделали мне интернет. Сейчас у нас 8 часов вечера, почти 9, по моему времени, по-украинскому. Итак, новый промокод, нам прежде нужно войти вот сюда, выбираем сервер, пишем свой ник. В принципе, вот так вот. Мой ник вот такой вот. И дальше нужно написать пароль. Но пароль я вам, к сожалению, не покажу. Так, вот я зашел в свой аккаунт, новый промокодик. По-моему, недавно он вышел, вот такой вот. Я ссылку на него оставлю в описании, точнее в описании просто промокод напишу. И также есть остальные промокоды, если вы там впервые играете. У вас там, по-моему, от какого-то уровня, я не помню. Блин, я не помню, какой уровень должен быть. Сейчас пробую этот аккаунт активировать. У меня здесь 23 уровень. Посмотрим, смогу я это сделать или нет. О, я получил что-то. 22 кредита, пацаны. Лол. Только что-то не прогружается у меня. 22 кредита я получил. Во, грузится. Сейчас тем более на серии X2 донат, поэтому, пацаны... О, да! Я просто easy money. Изи мани, девочки. Не знаю, зачем я сказал девочки, ну короче, пацаны. Где-то сколько получится? 48 тысяч это получится, да. Где-то так получится, 48 тысяч. Не, подождите, это будет 48. Почти 100 тысяч, пацаны, блин, нормально так. Давайте я сейчас попробую еще другие свои аккаунты активировать. Но, по-моему, можно только на одном. На одном у меня 23 уровень, значит, можно на больших аккаунтах тоже. Ну, по-моему, там с 3 уровня тоже. Но давайте все равно сейчас проверим. Кстати, ссылку, где тоже нужно активировать промокод, я оставлю в описании также. И вы должны выйти с игры, чтобы активировать промокод, потому что, по-моему, вы так не активируете. Давайте я попробую еще свой один не аккаунт, точнее, Кирилл Красава. И давайте я напишу пароль. Так, вот я зашел. Да, там не пишется пароль, когда вы его пишете, но у меня на всех аккаунтах стоит защитный еще пароль, то есть дополнительный, поэтому, когда вы вводите, он палится. Давайте пробуем здесь получить приз. Не знаю, получится или нет. Да, випка на 4 дня, пацаны. Еще больше халявы. Сейчас еще тогда один аккаунт опробую, потому что это реально круто. Халява, этот промокод можно активировать на всех аккаунтах, по-моему, от 3-го левела. Поэтому сейчас еще попробуем. Так, вот третий аккаунт, как у меня есть. Давайте пробуем здесь активировать. И, видимо, у нас сейчас все получится. Вы уже активировали один из промокодов ранее, либо этот промокод уже недействительный. Ну да, видимо, просто я на этих аккаунтах, по-моему, не активировал эти промокоды. Я не знаю, короче, вот такой вот промокод новый. У вас там может что выпасть? Это донат и деньги, и VIP, и все. Донат, VIP и деньги. Поэтому, пацаны, халява, блин. Я реально всем советую попробовать. Все будет в описании, пацаны. И остальные промокоды тоже будут в описании. Их, по-моему, там штук 6. Поэтому очень много халявы. Всем советую. А на этом у меня все. Ставьте лайк на Лукасы. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. She was from the outside.